На автобусной улице соревновались водители общественного транспорта. Здесь прошел финал конкурса профессионального мастерства. Змейка, круг, тоннельные ворота. На площадке автобусного парка пассажиров «Татранса» 9 фигур. Участники из Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Смоленска, а также наши главные конкуренты – представители Витебска и Минска. В позапрошлом году они заняли первое место. В прошлом петербуржцы взяли реванш и в этом продолжили победное шествие. Первая номинация на 18-метровых автобусах «Гармошка». Один из самых красивых и самых сложных элементов – змейка. Ее нужно сделать не только вперед, но и назад. На таком автобусе это непросто и требует особых навыков. Для Сергея Емельянова, одного из самых молодых участников, трасса оказалась несложной. У него за плечами уже есть победы в конкурсах, но на коротких автобусах. На гармошке он соревнуется первый год. Признается, мешало психологическое напряжение. Старался найти баланс между скоростью и точностью выполнения фигур. Мое время на тренировке было 4:27, тут за 5:39 проехал. Ну, как бы в прошлые разы я всегда на соревнованиях старался торопиться, побыстрее проехать. Это чревато последствиями, что и ошибки, еще что-то как-то. В этот раз я решил ехать медленно, но верно. Конкурс «Пассажир автотранс» проводит с 1998 года, и немалая заслуга этих соревнований в том, что уровень квалификации водителей заметно растет. К тому же профессия становится популярнее среди молодых людей. Сейчас приходит очень много молодежи, которым интересно здесь работать. Подавляющее большинство участников этого конкурса последние годы – это молодые водители, до 30 лет. Помимо кубков и ценных призов, участники получат и другие бонусы. Правда, зарплату за победы не повышают, но доверяют работать на новых автобусах. Ну и, конечно, опыт виртуозного вождения помогает в сложных дорожных ситуациях. Кроме того, победители смогут показать свое мастерство на всероссийском конкурсе, а также на соревнованиях в Белоруссии.